В областной столице прошел заключительный этап дебатов в рамках предварительного голосования «Единой России» в Тюменскую городскую думу. Напомню, что длились они 10 дней. За это время свои кандидатуры представили 140 человек. На завершающем праймеризе выступили более 20 участников. Главной темой для обсуждения стала социальная политика. Если говорить о социальной политике, то это самые основными, вот по моему мнению, являются это качество уровня жизни наших граждан, наших горожан, тюменцев. И если говорить это о спорте, то это, наверное, основное создание материальной базы для того, чтобы нашим жителям можно было где заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Это и продолжение тех программ, которые действуют в области у нас, строительство спортивных объектов. Добавлю, что предварительное голосование «Единой России» состоится 3 июня. На нем тюменцы выберут кандидатов от партии тех, кто предстанет на выборах в Тюменскую городскую думу 9 сентября.